Здравствуйте, друзья, это Мелбет, первая лига, 32-й тур. Акрон сегодня в Жигулевске у себя дома принимает Владикавказскую Аланию. Ну и пошел традиционный обратный отчет на стадионе Акрона. Вот бы всегда после такого сигнала разборчиво разговаривали люди, да, зачастую на вокзалах, когда слышат этот сигнал, дальше что-то предельно невнятное разносится. Приковали внимание. Качмазов. Передача в штрафную площадь. Очень опасно. Чуть-чуть совсем не хватает в этом рывке Мазурину, который выскочил из-за спины защитника. Тот ему все-таки успел помешать. Гергбиани получает передачу из глубины. Подработал раз, подработал два. Волков! И Волков! Волков! Волков блистательно, конечно, действовал. Смотрим еще раз. Вот пас из глубины, Гергбиани, раз касание, два касания, с третьего передача, рикошет легкий, Волков не фиксирует мяч. И едва от, по-моему, если не ошибаюсь, Алана Цараева. Угловой, навес, опасно, и на ленточке играет Сергей Волков, а был ли гол? А был или нет? Все-таки был. Все-таки был. Забивает Хеда Хасонов, судя по всему, именно его нам показывают. Казалось бы, просто какой-то умопомрачительный сейв сейчас совершил Сергей Волков, на ленточке умудрившись остановить этот мяч, который с полуметра направлен был, но похоже, что все-таки остановлен он был с Сергеем Волковым за лицевой линией. Но за счет просмотров ВАРа, за счет вот этого всего, опасно, перекладина! Вот это подача Галаяна, вот это очередной момент у Алании! Что ж такое-то сегодня? Ну, совсем никак защитники Акрона не справляются. Мазурин бил поворотом. Свисток арбитра. Начинаем второй тайм. Акрон-Алания пока 0-0. И это любопытно, потому что во всех предыдущих личных встречах Гергбиани опасный момент. В штрафную врывается и Волков. Волков опять тащит команду. Не только мяч, он и команду тащит. Причем ценой повреждения мяч угодил ему куда-то в бедро, что ли. Мягенькая передача и с продолжением от Гурцева. Цараев на вес. Опаснейший момент. И еще не закончилась атака. Там остается на газоне лежать футболист Алании. При этом Чочиев, наверное, этого не видит. Подача. Опасно. И снова Волков. Волков, да что ты творишь? Как ты это делаешь? В первом тайме перекладина. Сейчас штанга выручает Сергея Волкова после того, как он фантастически реагирует на удар. Центральный матч вообще не только тура, но и всего чемпионата. Гурцев, передача направо, Чочиев. Мягкая подача и... Угадайте с трех раз, какую фамилию мы все должны сейчас произнести. Ну, угадайте, как его зовут? Сергей Волков снова против всей команды, против Алани. Цараев. Заброс. Опасно. Гергбиани разворачивается. Гурцев. Хабалов. Прострел нужен. И мяч в ворота все-таки не проникает. Ну, невероятно. Ну, опять Волков. Но только теперь уже в компании своих защитников. Все, вот здесь уже эмоции берут вверх. Макаров. Макаров. Штрафную грузит. Удар по воротам. Вот это была бы, конечно, развязка. Попади сейчас в дальний угол Понце. Первый момент, по большому счету, сейчас у Акрона по-настоящему вот такой острый. И это 0-0. Как Алания не старалась, как не мучилась, все-таки Акрон додержался усилиями вот этого супергероя, супер Волкова.